Да, здравствуйте, говорите. Алло, здравствуйте, меня слышно? Да, вас шикарно слышно, вы знаете? Здравствуйте. Здравствуйте. У меня фамилия Курочкин. Здравствуйте. Здравствуйте, Курочкин. 58 лет. Шикарный возраст. Так, я жду, когда вы назовете слово, чтобы выиграть 25 тысяч рублей. А? Назовите слово и выиграете 25 тысяч рублей. Гольцо. Это неправильно. К сожалению, это неправильно. Я жду следующего звонка. Часто мы делаем ошибки, мы ошибаемся, мы называем неправильные слова, а я поднимаю ставки, и теперь вы можете гарантированно выиграть 26 тысяч рублей. Да, я знаю, что я делаю. Я поднимаю эту ставку, и я даю вам шанс прожить один месяц на 26 тысяч рублей, просто не делая ничего, назвонившись лишь ко мне в эфир и назвав это слово. И у меня есть звонок. Ой. Женщина, алло. Алло, я знаю слово. Это слово сальцо. Мне хана, мне тоска, забухала вся страна. Коля, Петя, Сигизмунд, в моих венах бунт. Я поеду, братцы, в Амстердам, там построю я себе вигвам. Фиг вам, эй! Там меня ждет эликсир, супер волшебный, не нужен трактир. С ним забываю я обо всем, развод, ипотека, дантишный прием. И ингредиент, грусть и несчастье, хандра, сорбент. S-A-L-T-S-O, что в переводе звучит как уникальный компонент, типа врай абонемент. Сальцо рассмешит, удивит, посвятит, перераза убедит, научит, исцелит, исцелит. Сальцо. Я стою в амстердамском лесу. Мне грибы по колено, трава по плечу. Гравитация, боль, я без страха кричу. Ведь сальцо за плечами без крыльев. Я лечу. Сальцо, чудо небес или волшебство? Кто послал на землю его? Что виной, добро или зло? Кто придумал эту тему? Может, это денег отмывали схема? Это культ или сектор? Может, это ЧВДРК? Кто вживую его видел? Или это просто мем ВК? Не гадай, не ищи, и в ТикТок не пощи. Это магия, загадка, тайна инка. Типа сфинкса, плащаницы, небылицы, чумака, лишака, во дела, нифига. It's getting cold in here, so take off all your clothes. I'm getting so hot, I wanna take my clothes off. It's getting cold in here, so take off all your clothes. I'm getting so hot, I wanna take my clothes off.